Так, ну что, всем приветики, чао, какао. Свет хреново падает, не знаю, нет, ну так-то красиво, но просто все равно свет не очень падает сверху. Вот так, всем hello! О, Мухтар, привет. Ты мой самый преданный зритель. Лолита Рай, приветик. Вот так. Исмаилова Тара, приветик. Как куколка, привет, красотка. Спасибо большое. Петечка спит. Вон, держи, жду, когда она проснется, потому что хочу с ней выйти. Вдохновение, какая красивая. Спасибо большое. Я слежу за тобой. Так, я не могу светить свой маникюр, потому что я без маникюра. У меня руки просто как будто я бомжиха лесная. Я вчера ночью все оторвала сама. И что-то это теперь так некрасиво, мне так стыдно. Не могу на себя смотреть даже. Какая ты секси, спасибо. Так, я хотела посмотреть красивое, оказалось другое слово. Так, красотка наша, милашка, красивая очень, привет. Так, привет, спасибо большое. Татик, я выиграла. Слушайте, там уже давным-давно выиграла девочка, я на нее подписалась, не знаю, сейчас она меня смотрит или нет, но в любом случае я потихонечку захожу ко многим и ставлю лайки. И некоторым комментариям. Так что все не зря. Как съездила в Германию? Наушники нашла? Нет, я не нашла наушники. Я купила новый этот чехол. У меня наушники сами были, у меня, я саму коробочку потеряла. Я купила новую коробочку. Красавица, макияж. Спасибо. Слушайте, у меня сейчас без нарощенных ресниц. Мне, конечно, так геморройно эти ресницы красить, так много времени вообще занимает. Укладку, да, делала сама, только что закончила мейк и укладку. Я помыла голову и что, и уложила. Я вообще, когда укладываю волосы, пользуюсь тремя, грубо говоря, аппаратами. Я сначала сушу феном Dyson, потом я сушу специально для челки. У меня есть фен-расческа Babyliss. Раньше я вообще укладывала всю голову Babyliss'ом. Потом мне стало нравиться более, делать более кудрявые кончики. И я, короче, на кончиках я пользуюсь обычной плойкой. Вот, здесь у меня фен-расческа. А высушить общую длину я пользуюсь Дайсоном, потому что он пипец как быстро сушит. Вот, вот такую мою длину волос он высушит, я не знаю, мне кажется, минут за 5-7. Бетти где? Бетти спит. Шампунем я пользуюсь вообще самым обычным, насколько я люблю дорогую косметику. Но вот как-то к шампуням я то ли я что-то не понимаю, то ли не доросла еще. Я покупаю самый обычный Гарнье шампунь. Мне очень понравился, знаете, вот я сейчас уже третий раз его покупаю. Короче, там есть с этим, с оливкой. Оливковый бальзам и оливковый шампунь. Офигенный просто. Мне так нравится. Очень нравится. Я прям довольна. Так, сколько у вас времени? У нас сейчас 5:16. А чего вы все ржете? Я что-то смешное сказала? Или вы надо мной ржете? Или со мной что-то не так? Я что-то не понимаю. Так. Что за стрижка у тебя? Слушайте, я даже... У меня каскад. Мои принцессы, пожалуйста, мне любимый звонит. Я сейчас выйду и к вам перезайду. Простите меня.